В рамках рубрики «Хочу сказать» наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы спросить у саровчан, как они спасаются от жары. Пойдемте. Ну, что нужно делать? Отдыхать, где солнышка нету, прячется от него, и пить водички побольше. Ну, чего? Попить водички прохладненькой, наверное. Вот. Ну, и идти так, думать о чем-то хорошем. И не думать, что тебе жарко. У нас же все из головы идет. Ну, как прятаться, теть? Мороженое купить, в тенечек присесть, душ холодный принять. В парке нужно чаще бывать, в этих затемненных местах, и все будет нормально. Да еще нет жары настоящей, как прошлые годы были, помните, да? Жарища была, комаров было много, сейчас ни комаров нет, ни жары особо нет, все хорошо. Вода и тенечек. От жары как спасаетесь? Кепочки? Конечно. Выходим утром и вечером только. А я купил водный пистолет и на себя набрызгал чуть-чуть, чтобы от жары спасаюсь. Вот так вот. Давайте все купим водный пистолет и будем все спасаться, как этот мальчик. Что-то еще можно? Воды надо пить много. И всякий чай, можно горячий, кстати говоря, тоже помогает. Может, купаться сюда? Купаться нельзя. Почему? Купальный сезон еще не открыли. О, надо выходить в бассейн, наверное. Спрятаться в теньке. Ну, много воды пить, мороженое. Ну, много купаться. Ну, тенек. Отдыхать, гулять. Ну, как чуть спаснись? Нет, никак. Тенечек здесь, лес хороший такой остался все-таки. Можно встать где-нибудь на скамейках. Раз, два, три. Много мест, где можно. От жары вообще в воде можно сидеть целый день. Что еще можно сделать? Мороженое есть. Ну, можно заболеть, конечно. Правда. Но спастись можно, да? Ну, можно спастись. Уехать куда-нибудь в Антарктиду там. Вот так можно спасаться еще. На Азоры ездить, как говорят, в тени. Ну и... побольше дом, наверное, сидеть, как говорят, уж я не знаю. Мы на фонтане купались, они вдвоем. Я только ноги мочил, вот так мы спасались от жары. Это единственный способ, просто по-другому у нас никак. Воды просто нету. Мы сейчас попили, а так нет воды. Опрос показал, что большинство саровчан предпочитает спасаться от жары в тенечке.